Здравствуйте, мои дорогие. Какая мысль о вас сводит его с ума? Вот такой вот расклад сегодня у нас будет. Какая мысль о вас сводит его с ума? Я думаю, этот расклад не будет длинным. Сколько он там о вас думает? Давайте зададим ему такие вопросы. Как часто он вообще? Давайте так, а в каких он энергиях сейчас, да? В этот период, в каких энергиях? Как часто он о вас думает? Итак, и посмотрим, да, что там у него за мысли вообще он думает, и какая мысль реально сводит просто его с ума. И что это значит? Итак, в каких энергиях сейчас мужчина в этот период жизни? Что его тревожит, да, будем сейчас смотреть. Посмотрим, что вообще, да, что он думает о вас. И какая мысль о вас сводит его с ума? В каких энергиях мужчина? Боже мой. Сердце. Разбитое сердце выходит. Ну что тут? Энергия разбитого сердца. Это энергия боли, страданий, слез, мучений. Сосредоточенности вот именно на своей боли. Какого-то такого разлома вообще. А что такое? Почему? У вас ну, тут вообще может быть, знаете как, вмешательство третьего лица. Давайте смотреть, что ж там такое. Почему такие энергии? Пятерка мечей. Вот это да. Вот и вы, моя дорогая королева. Королева, которая умеет любить, сохранять любовь, которая дарит эту любовь неоцененную. Возможно, он понимает, что обман, случившийся между вами сейчас, восстановить очень сложно, привести к балансу и состоянию, когда типа, ну, кто-то кому-то будет доверять. А причиной всему этому оказалась финансовая стабильность, просто стабильность. Здесь больно. Вы знаете, человек в одиночестве, он реально сейчас признается, что вы та самая шикарная, единственная девушка, от которой у него ну, просто сердце не на месте. Он очень любит вас. Он очень любит вас. Но вот он понимает, что этот обман не смыть теперь. То, что случилось, да, вот между вами, не смыть теперь ничем. Поражение. Он чувствует это поражение. Но сидит. Вы знаете как? Паж в мечах, как говорится. Паж строит из себя короля. Во-первых, так. Я вижу, что этот человек через свою боль будет переступать, через вот эти все мучения, мысли. Переступать будет и делать какой-то шаг. Ему сложно это сейчас делать. Скорее всего, он нагружен какими-то делами, заботами. Но он будет делать этот шаг в вашу сторону. Что там за энергия? Королева мечей рядышком. Отлично. У них, ну, по сути, то знаете, как королева мечей рядышком падает еще и холодная карта четверки мечей, холодной постели, как говорят. И десятка мечей. Он сейчас заканчивает отношения с какой-то дамой. С кем-то заканчивает отношения. Для того, чтобы обрести вот какое-то возможность движения наконец-то. Вот такие энергии. Больно, но через боль старается двигаться. Иллюзии еще полные карманы. Куча различных у него видов розовых очков, которые он надевает с закрытыми глазами, снимает, потому что он не хочет видеть реальный мир. Надевает еще одни, еще более красивые, этих розовых очков дофигища. И причем я вижу, что человек может даже, знаете как, неумеренно что-то употреблять. Возможно, не знаю, ну пускай это будет пиво, либо
курит, но я надеюсь, просто сигареты. Ну, знаете как, что-то такое чрезмерное. Возможно, еда. Вот, возможно, еда, потому что тут дьявола я пока не увидела. Вот. Ну, тут, скорее всего, да, вот еда такое. Либо женщина. Но женщина навряд ли. Может быть, просто общение с женщинами в интернете. Почему? Это потому что одна единственная, которая засела ему в голову, в сердце, везде, во всех местах, где только можно думать о женщине, она сидит там. И это вы, которая требует к себе справедливого отношения. Так, мои дорогие, ну вот в таких энергиях. Ну что ж, там было проявление. Я думаю, что вы как захотите, так его и принимаете. Я думаю, что примите так, как нужно. Кто-то примет с распростертыми объятиями, да, потому что, по сути, ничего-то изменить там не было, да, возможности. А кто-то скажет: до свидания, хватит, довольно. Силы нет уже. Хоть и расставаться больно, да, но до свидания. Давайте смотреть дальше. Вообще мысли о вас, какие они? Не хочу ее отпускать. Это ценность в кубе, в квадрате. И это мой тыл, это моя подстраховка. Она мне помогает держать себя в каких-то ежовых рукавицах. Она, это женщина, которая может сделать меня. Это женщина, которая не дает мне распускаться. Распускаться — это не в плане цветочка, бутончик распускается, а в плане распуститься нафиг, вот, пойти по наклонной. То есть женщина, которая держит меня в узде. Даже если вы вот недавно с ним знакомы, девочки мои, он почувствовал в вас вот эту женщину, которая может его собрать в кучу. И действительно, посмотрите, королева Пентакли выходит. Это как раз та самая женщина, которая может это все делать. Своей энергетикой. Возможно, вы там руками не старались это все как-то склеить, да, но он это чувствует, что вы та, возле которой он, ну, чётенько может собраться вот в эту четверку пентаклей, да, и не выпускать наружу лишние, да, например, может быть, лишние траты, да, это вот когда человек действительно чувствует какую-то недостачу в чувствах, да, в любви где-то в жизни, в отношениях с людьми, он начинает чрезмерно что-то делать, да, это возможно, чрезмерное потребление пищи, алкоголя, наркотики, да, все остальное, вся фигня, вот. И в любом случае то же самое идет и... Где-то я это осознанно сделала, да, но с другой стороны смешно получилось. Еще и различные, да, вот эти вот излишества. И вот вы та женщина, ценность, причем которой соизмерить, ну, не знаю, измерить просто невозможно ни с чем, она может его держать вот в этих рамках. То есть он как-то кажется, что ради вас это делает, что ли. Но тут еще, знаете, как опасность того, что такие мужчины, которые делают это ради женщины, они легко сдаются потом, когда, ну, какой-то, знаете, дисбаланс в отношениях происходит, он тут же идет по наклонной дальше. Почему? Потому что ему не додали вот этой любви. Тут реально вот эти карты очень сильно об этом говорят. Когда, ну, не получается что-то, например, в отношениях, какой-то буквально маленький сдвиг, он понимает, что, ну что ж, это не та самая моя муза, буквально вот на чуть-чуточку. И все. И сдался. Ну, давайте я еще мысли о вас. Не хочу терять. Да вы что? Это такой шанс, куда ее терять? Мысли о вас, моя дорогая. Была кубковая королева, стала императрица. Мысли о вас – это шанс мне измениться до уровня этой женщины. Дай бог, чтобы получилось. Мысли о вас – это шанс быть рядышком с такой женщиной, с которой, наверное, хочет быть каждый мужчина, но только штанишки как... Как это? Они в маленьких штанишках еще, да, бегают, вот, те мужчины. Руки короткие у тех мужчин. А я тут достал до нее, я был с ней, как же так, как я могу ее упустить? Плачет. Искупая мужская слеза пошла. О, дьявол, боже, мысли о вас. Девочки, тут, короче, капец мужчине. Его несет... конкретно. Ну, во-первых, цепляние за вас невероятно сильное. Тут он буквально на крючке. Если вы этого хотели, пожалуйста, получите. Это не любовь, это зависимость. Это реальная четкая зависимость мужчины от вас.
Любовные страдания есть, но куда? Тут кубки никуда не уберутся, потому что у него не хватает вот чувств, знаете, и эти люди, они замещают всю вот эту чувственную свою сторону любой другой, любым другим излишеством. А особенно я так вижу, что он по большей части кубковый, и здесь вот эта тройка мечей, она реально мешает, в его сердце тремя мечами стоит. Ну, в нерешительности пока, да, но понимает, что надо двигаться. Вот вы кто для него. Хорошо. Итак, какая же мысль о вас, дорогая моя, кубковая и императрица, сводит его с ума? То, что вы держите, каким-то образом вообще держите вот этот баланс и не сдаетесь. Вы можете быть гибкой, вам все равно на чье-то мнение, вы можете быть вот всегда в каком-то своем равновесии. И не спускаться до уровня, когда бегаете за мужчиной, вам реально хорошо. Всегда, когда вы, кажется, что что-то вот шатается вокруг, вот, ну, знаете как, стихии бушуют вокруг вас, вы сохраняете невероятное спокойствие. Как это вам удается? Ну, вот он сам спрашивает, как это ей удается? Вот эта мысль вот реально сводит его с ума. Всего лишь двоечка пентаклей, но она сводит его с ума. То, что вы можете... Вот как жонглировать отношениями, то, что вы вот действительно постоянно в каком-то балансе, как вроде и играете с ним, а вроде и честно, ну, не то, что он видит вашу честность, а вроде как и искренняя, да, такая простая, вот как бы, да, вот такая простушка, а получилось так, что она просто перещеголяла, ну, вот, его. Итак, какая мысль у вас сводит его с ума? А тут еще мужчина уверен, что у вас кто-то есть. Покруче, чем он. Некий император рядышком где-то сидит. А вы за его спиной можете спрятаться, если что. Боится, что он не дотягивает до уровня некоего идеала вашего мужчины. Здесь идет серьезная такая, знаете как, жалкая позиция даже где-то по отношению к тому, что я не пробью вот эту... конкуренцию, не пробью конкуренцию. Он боится, что у вас кто-то есть, что вы на двух стульях сидите. Какая мысль сводит его с ума. Ваше спокойствие, хладнокровие просто, что вы можете все разрушить и послать туда, далеко. Почему? Да потому что вы настолько верите в себя, настолько верите в свою собственную какое-то предназначение, в свою собственную звезду, которая вам светит. Вы четко понимаете, что у вас будет все так, как запланировано вами, когда вы еще не собирались, вот только собирались на эту землю спуститься, да, и ваша душа только воплощалась в тело. Вы имеете красоту, но ваша красота разрушительна для него. Это просто реально сводит его с ума. Во-первых, сводит его с ума ваша ну вот, внешность, да, ваша реальная красота, глаза, тело, то, как вы одеваетесь, волосы, руки, то, как вы держитесь. Вы реально недосягаемая какая-то для него celebrity. Так, ну смотрите, тут уже мужчина навострил лыжи. Да, и я так понимаю, намыливается к вам, моя дорогая звезда, императрица, королева кубков. Ну тут все, девочки, ждите его, кстати, не так много времени пройдет, как этот мужчина все-таки будет проявляться. Будет проявляться. Опять хитрить будет, ловчить, пытаться сгладить углы. Во-первых, проявится, и не все еще закончено будет то, что вы ему поставили за цель. Еще не все. Еще не все. Какая мысль у вас сводит его с ума? То, что вы даже в очень сложной ситуации имеете всегда выход. Вы та, которая этот выход найдет. Та, которая всегда знает, что у нее есть выбор. И выбором этим пользуются всегда.
А вы знаете, он правильно чувствует. Знаете почему? Потому что реально ведь душа чувствует, что у вас все равно будет выбор. Даже в тех условиях, в которых, ну, в те рамки, как будто бы якобы он думает, он вас поставил. А выбор будет. У вас, возможно, будет не один мужчина, да, пока он соберется к вам идти. А выбор между двумя. Или же, в принципе, у вас будет выбор с ним или просто свой путь. Вот так вот. Ну что, мои дорогие, благодарю вас за то, что были со мной здесь на этом раскладе. Спасибо вас за ваши лайки, за ваши комментарии, за все, что делаете в сторону развития моего канала. Спасибо вам за финансовую поддержку. Спасибо, что досматриваете до самой последней секундочки, помогая тем самым людям, которые хотят еще тоже посмотреть подобного вида материалы, да, для того, чтобы расти, развиваться и получить какую-то поддержку. Потому что YouTube любит, когда видео от начала до конца досматривают, и тогда он продвигает это видео. Ну, оно считается как-то интересным. Вот. Буду с вами прощаться. Всего доброго. Пока-пока.